что вот совсем недавно на межконтинентальном рынке появилась замечательная компания, которая позволит любому из обратившихся конкурсантов выйти на международный рынок. Поэтому обращайтесь к Юрию Филю, он мной полностью уполномочен, или ко мне непосредственно, меня очень много в интернете. Ну а сейчас традиционная моя песня, которая, ну, написана в 97-м году, и вот мне ее придется петь уже до пенсии, потому что, к сожалению, все организаторы говорят, только из этой песни тебя и берем в члены жюри и вообще на сцене выступать. Если вы не возражаете, я ее попробую сейчас спеть. Сергей Валентинович, автор песни «На старом кладбище лежат солдаты». Спасибо. На этом снова приглашаю.